Уже больше года существует традиция пополнять фонд библиотеки поселка совхоза имени Ленина. Представители движения «За совхоз», «За людей», «За достойное будущее» и компании «Рота Агро» узнают, какие книги необходимо купить, и приходят с дорогими подарками. В этот раз на библиотечных полках появится еще несколько новых книг, среди которых полное собрание сочинений Иосифа Бродского и подарочное издание «Горе от ума» Александра Грибоедова. Надеюсь, что мы и дальше будем плодотворно взаимодействовать, поддерживать и читателей, и саму библиотеку. Поэтому с удовольствием вам передаем. На встрече также обсудили возможность переезда библиотеки из тесного здания, в котором оно находится сейчас, в одно из помещений Дома культуры, когда в нем закончится ремонт. Напомним, что в прошлом библиотека размещалась именно в ДК, и ее возвращение на историческое место наверняка придется по душе местным жителям.